Доброго времени суток, уважаемые зрители. У нас очередная распаковка. Я пока был за границей в отпуске. Мне пришло много посылок, поэтому по чуть-чуть их распаковываю и снимаю видео. Странно, что это две посылки, как вы видите, они разной формы. Это квадратная, это прямоугольная. Хотя внутри должен быть один и тот же товар. Потому что продавец, я покупал одного и того же самого продавца, два одинаковых товара выиграл на аукционе. Давайте раскроем, посмотрим, что там внутри и почему, не знаю, запаковал разные какие-то. Воспользуюсь ножницами, чтобы не повредить. Запаковалка, ну ладно. Я не первый раз покупаю этого продавца. У него бывают иногда интересные лоты и недорого. Бывают дорогие монеты, а бывают недорого. У него большой магазин, большой выбор. Поэтому там иногда можно. Что-то он тут намудрил. А, я понял. Намудрил, мудрил, намудрил. Это у нас. Я уже как-то делал обзор такого сета. Это сет монет Израиля, выпущенный в 1968 году к 20-летию, собственно, страны Израиль. Давайте откроем второй пакет и посмотрим, что там у нас то же самое. Должно быть два таких сета. Да, тут он очень сильно внедрил. Проверяем пакетик, внутри ничего больше нет. Вот таких два сета, не знаю, зачем он сюда налепил эти бумажечки. Наверное, он посчитал, что так он будет проще. Я не знаю, снимать их, не снимать, чтобы не испортить. Здесь такая картоночка, на ней есть покрытие. Ну, конечно, на этом все. Не очень хорошо. Можно было бы как-то по-другому придумать. Я, наверное, их просто оставлю, эти наклейки не буду снимать, чтобы не повредить. Вот два таких набора монет, посвященные 20-летию Израиля. Тут, соответственно, монеты были достоинством одна гора, пять огород. Вот одна гора, 5 огород, пол шекеля, 25 огород. То есть 25 огород это два раза. Два раза по 25 это пол шекеля. Ага, тогда не были шекели. Это 10 огород, тогда ходили так называемые лиры. Или израильский фунт, или лира. Одна лира. Копеечки так и назывались, агора. Шекеля тогда еще не было, ходили лиры. Мы видим качество монет циркулейтед с таким вот блеском штамповым. Я думаю, эти сеты будут. Я, в принципе, купил по очень небольшой цене. Я думаю, что они дальше должны расти в цене. Поэтому я как небольшую инвестицию взял. Посмотрим, полежат. Может, позже их продам, может, кому-нибудь подарю. Такой был небольшой обзор. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Не забывайте подписываться. Спасибо, что посмотрели. Бай-бай.